Специалисты МЧС выясняют причины пожара, который оставил несколько семей без крыши над головой. Дикий крик, треск. Возгорел, ну, прям конкретный сокон. Зарево такое, как от солнца. Начали пакеты взрываться. Ну и как бы, блин, выскочили все. Давай детей спасать. Вот две семьи, здесь вот трое детей было у них. Вот строился он уже третий год, вот этот дом строил. А жили они вот там, построили года два или года три назад, они этот домик построили и жили, и строили большой дом. Что за, от чего загорелось, я не знаю. Возгорание произошло в частном доме на улице Шестая Ремесленная рано утром. На место прибыли 4 расчета, но к тому времени загорелось еще 2 соседних дома из-за плотной застройки. Пострадавших нет, жильцам удалось вовремя выбраться на улицу. Дома восстановлению не подлежат.